Я не был готов. У меня никогда не было рук и ног. Но я очень благодарен, что у меня есть вот это вот куриное крылышко, вот здесь. Люди теряют голову от ужаса, когда видят меня впервые. Это было так круто. Я был на вершине водяной горки, совершенно один. Все, кто был внизу горки, естественно, ждали, когда же спустится очередной человек. А вот и я. И они обалдели. Они смотрели вот так. Я в этот момент еще для прикола посмотрел на себя с видом типа: «Эй, что со мной произошло? Куда подевались руки-ноги?» Временами я смотрел на свою жизнь и думал: я не могу делать то, или я не могу делать это. Ты продолжаешь сосредоточиваться на вещах, которые хотел, чтобы у тебя были, или на тех штуках, которые ты хотел бы, чтобы с тобой не случались. Ты как бы забываешь о том, что у тебя есть на самом деле. И кажется, не было в моей жизни момента, когда я повторял: я хочу, чтобы у меня были руки и ноги, я хочу, чтобы у меня были руки и ноги, я хотел бы, чтобы у меня были руки и ноги. Потому что хотение и мечты не помогут. Но то, что я увидел, открыл для себя, это некоторые ключевые принципы. И первое, что я увидел, это способность быть благодарным. Когда мне было 8 лет, ну, я как бы подвел итог своей жизни и подумал: я никогда не женюсь. У меня никогда не будет работы. У меня никогда не будет жизни полной смысла. Но каким же мужем я могу стать, если я даже не могу держать свою жену за руку? Это ложь думать, что вы недостаточно хороши. Это ложь думать, что ты ничего не стоишь. Ладрыга, я не чувствую рук. Я люблю жизнь. Столько людей приходят и спрашивают: почему ты так много улыбаешься? А я им в ответ: ну, это длинная история. Но в то же время история очень простая. Понимаете, иногда в жизни очень трудно улыбаться, проходя через то, чего ты не знаешь, ничего не понимаешь. И не знаешь, переживешь ли. Проходишь через бури своей жизни и не знаешь, сколько эта буря продлится. И сегодня я хочу поделиться с вами открытиями, которые я сделал за свою жизнь, которые вы сможете использовать для себя. Быть терпеливым – это очень классно. Знаете, это наисложнейшая штуковина. Но я понимаю, что, возможно, у меня нет рук, чтобы держать за руку жену. Но когда наступит время, я буду способен держать ее сердце. И мне не нужны руки, чтобы держать ее сердце. Страшно осознавать, сколько девушек страдают расстройствами питания. Страшно знать, сколько людей злы на жизнь из-за каких-то там домашних дел, злы на других. Страшно, сколько же людей действительно верят, что они ничтожество. Каждая девушка до единой, присутствующая здесь и сейчас, я хочу, чтобы ты знала: ты невероятно красива. Ты неотразима, такая, какая ты есть. А вам, мальчишки, ну ты чувак. На этом видео я делюсь жизненным опытом. Как мне удалось справиться с вызовами судьбы, трудностями, как я получил в жизни новую перспективу. Быть благодарным, мечтать дерзко и по-большому, и никогда не сдаваться. Я говорю с детьми, молодежью и взрослыми о ключевых вещах и выводах, которые я использовал в своей жизни, которые дали мне силы преодолеть все, что встречается на моем пути. Нет рук, нет ног, нет проблем.